20 мая, РИА Новости. Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных пошлин, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам переговоров в Вашингтоне. Самым главным итогом состоявшихся торгово-экономических консультаций стало то, что стороны пришли к консенсусу не вести торговую войну, а также прекратить введение взаимных пошлин, заявил Лю Хэ журналистам, слова которого приводит агентство Синьхуа. Китайский вице-премьер назвал свою поездку позитивным, конструктивным, результативным визитом. Лю Хэ отметил, что решение давних торгово-экономических споров между Пекином и Вашингтоном потребует много времени. В будущем в ходе развития двусторонних отношений в них могут возникнуть новые трудности и новые противоречия, но мы должны сохранять спокойствие, поддерживать диалог и конструктивным образом решать их, добавил чиновник. В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По их итогам стороны договорились предпринять эффективные меры по сокращению торгового дефицита торгового баланса США в торговле с Китаем, значительно увеличить экспорт американских товаров и услуг в КНР. Стороны также обсудили вопросы расширения торговли промышленными товарами и услугами. Был достигнут консенсус в отношении необходимости создания благоприятных условий для расширения торговли в этих областях. Кроме того, Вашингтон и Пекин согласились поощрять двусторонние инвестиции и стремиться создать справедливое, равное игровое поле для конкуренции. В четверг в американской столице прошла встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, в ходе которой американский лидер выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая. Ранее Трамп пригрозил ввести импортные пошлины на товары из КНР. Пекин заявил, что примет ответные меры.